Алох, парни. Алоха, алоха. А уголь Фанкони, мы на нем сегодня курим. Давайте, собственно, к самому интересному, да, это новые вкусы Дафта. Давайте, собственно, курить и смотреть. А, два вкуса я уже прокурил. А, я о них сейчас расскажу. И два вкуса у меня осталось, которые я еще не прокурил. Я, короче, прокурил кивитини. А, ну-ка, напомню себе. Да. Кивитини прокурил. И, собственно, прокурил Orange Z. Я его прям так нихуево вытопил, да, как бы. Прям ништяк-ништяк. И у меня осталось два вкуса, которые я сегодня прокурю прямо здесь, в кальянной Hookah Game. Это кальянный компьютерный клуб, который находится в Новых Черемушках. Ссылочка на них в описании. Все, кэша отбил. А, Гуава Мама и Wildberry. Да, пацаны, я сдержался и до обзора не курил Wildberry. Даже близко, чтобы примерно понять, насколько у них получилась пиздатая ягода. Потому что с ягодами проблемы почти у всех. Но пока у нас кальяны греются, я вам давайте сейчас кое-что захуярю. Дафт микротуром, с микротуром по Московской области и маленьким таким городочкам делает тур дегустации. Называется он Russian Tour эпизод 1. Выглядит это вот так, да? 12 число Рязань, 19 Тверь, 26 Тула, это был октябрь. Теперь ноябрь. Владимир 2 ноября. Калуга 9 ноября. Смоленск 16 ноября. Саранск 23 ноября. И город Курск 30 ноября. Специальные гости, угадайте, кто? Я. А знаете, кто еще? Знаете? Сын касатки Слава Сиражидинов. Он сказал, что Дафт не тхашит, так что... Вы понимаете, да? Дафт не тхашит. Самый главный хейт Дафта сказал, что Дафт не тхашит. И еще и едет в тур Дафта. Стивен Спилберг позавидовал бы, да? Так что, давайте. Пробовать новый Дафт, пробовать два новых вкуса. Но перед этим давайте я расскажу вам про два, который я уже попробовал. В принципе, все знаем, что такое Дафт. Все знаем, как выглядит упаковка, какие минусы, что к чему. Но я заметил в том, что у ребят наконец-то пропала эта ебучая, стрёмная, неправильная брошюрка с очень-очень хуёвой такой рекомендацией. Она пропала. Да? Теперь давайте, собственно, поговорим про, наверное, Orange Z, а кивитини сейчас немного о нем попозже. Orange Z очень похож на мандарин Z от Fumari. Прям лаконичный, хороший, интересный, мягкий, яркий цитрусовый вкус с нотками кислиночки. Все окей, заебись, прям мне понравилось. Особенно мне понравилось это мешать с другими какими-то табачками. И получилось очень круто. И Orange, как бы, и Z везде как бы чуть повыше остальных. Ну, потому что я его больше ложил, блядь. Как бы нормально все с ним, все очень хорошо. А вот кивитини это реально башмаки сапожника, блядь, который работает где-то в Залупинске, блядь, в Хуево-Кукуево. Вкус максимально мне не понравился, но это лично мое мнение, потому что ребята мне писали, что среди этих вкусов самый топовый кивитини. Кивитини. Да, прям вкус реально ботинок. Знаете, вы когда-нибудь, ребят, жили в хостесах? В хостелах многие жили, я знаю. А в хостелах жили, и вот это вот аромат переполненного хостела, когда ты заходишь, и в коридорчике все как бы внутри в тапочках и вонючих носках, а самые вонючие кроссовки и ботинки остаются как бы вот, вот в прихожей, да, вот примерно а-ля кивитини хостел, да, как бы вот эта граница, это кивитини, блядь. Так что, знаете, ребят, коридор... прихожая в хостелах можно называть кивитини. А вкус крайне на любителя, это просто, ну, мне так, это мое, как бы, да, ощущение всего это. Давайте пробовать. Я не знаю, где у нас что, где у нас Wildberry, а где у нас мама банан, гуава мама, да?
А оно, думаю, будет понятно, где что лежит. Это Wildberry, мать вашу. И это очень здорово. Хорошая ягодный, в хороший ягодный вкус, средней яркости. Немного отдает таким, знаете, ощущением брожения и пьянения. Нет, хашит и, соответственно, не химозит. Возможно, от этого вкуса многие будут ждать, либо ждут чего-то другого, но как таковая необычная ягода очень, в принципе, хорошо, прям нормальная такая. Прям очень хорошо. Да. Давайте теперь пойдем гуава мама. Когда я только открывал эту маманьку, да, то я чувствовал прям мощный такой настоявшийся привкус травянистого манго зеленого. Ой, манго, гуав. Прям такой зеленючий травянистой гуавы. Мамки так не пахнут. Так, давайте, собственно, я прям боюсь прям этого удара травянистости. Хотя я фанат базилика. Ну, как будто базилик. Прям реально, как будто базилик с гуавой. Да. Очень-очень достойно. Но вкусу не хватает яркости. Да, я в банке прям ядрененько так пахнет. Ядрен батон. Батон охуенный, да? Как бы пахнет прям очень пиздато. Но на вкус довольно-таки средненько. Прям вот не хватает ядреной яркости, когда маманка тебе, собственно, прописывает по щам. Да, вот так ядрененько. Ну, блядь, я вам скажу так, что мне его охота курить. Прям очень хорошо. Прям, ну, такой вкус, который не будет выскочкой, знаете, в миксе. То есть, что-то с гуавой, но не очень яркая гуава. Вот что-то такое попросят, и прям вот заебись. Потому что прям вкус реально не выпрыгивает с общей концепции, скорее всего, какой-то... Ну, такой линии миксологии, да? А вот что касается Wildberry, ну-ка давайте попробуем еще раз. Как говорил кто-то умный, повторение мать учения. Но ни в коем случае не применяйте это правило к очень хуёвым табакам, потому что поговорка будет уже звучать так. Повторение, мать мучения, блядь. Ну да, немного подвязывает, но очень хорошо. Так.